Здорово, дружище, у нас новая модель манка на белобого гуся Маня Зефир. У манка оригинальная форма и самое главное, это микродиаметр. Соответственно, уменьшенные внутренности, тональная доска, язычок и клин. Что это дает? Совсем другой тон, абсолютно другое управление и абсолютно другие ощущения у манильщика на выходе. Он очень здорово и классно управляется, при этом не требует очень серьезной какой-то сложной камеры. Манком можно манить буквально с закрытой ладонью. Офигенный и классный дабл-клакинг у этого манка, и я рекомендую для тех охотников, кто использует дабл-клакинг и хотел бы научиться этому звуку, именно этот манок. Манок в меру громкий, но при этом позволяет манить очень тихо. Как вы заметили, я маню одной рукой. Также можно использовать две руки для громкости и более четкого управления. Отлично управляется для приманивания стаи на коротке в тихую погоду и не сильно пугает и очень управляемый на подлете. У него другой тон. Этим он кардинально отличается от классических манков. У него есть своеобразная хрипотца. Отлично управляется, еще раз повторюсь. И для тех, кто новичок, хотел бы порекомендовать этот манок, потому что на нем очень легко и просто учиться и получать правильные звуки. Рекомендую для покупки, для управления стаями. Приманивайте и будьте с манией.